Несколько веков назад здесь построили первую Барнаульскую церковь, Петропавловский собор, прямо на площади Свободы. Однако в 20 веке его снесли. Сейчас планируют возродить. Как считаете, здесь нужен Петропавловский собор? Ну, а почему бы и нет? Да. Я люблю красивые здания. Мне кажется, тут и так все хорошо. То есть не нужен? Нет. Нужен. А почему вот все-таки потомкам нужен? Ну, мы же все-таки русские люди. Традиции какие-то все-таки есть. Что-то должно сохраняться, правильно? Так Бога нет. Зачем он нужен? А вообще нигде в Барнауле он не нужен? Я считаю, у Барнаула другое предназначение. Какое? Барнаул и Алтайский край станет источником вечной жизни на земле. Ну, наверное, нужен. А почему? Для людей. Вот здесь вот тоже вот иногда собираются, и православные приходят, и люди ходят. Тебе нужен? Мне нет. А почему? Ну, я в этом районе не часто гуляю, появляюсь, вот, поэтому парка, мне кажется, достаточно здесь. Сложно будет с транспортом при строительстве, что думаете насчет этого? Ну, кому, я считаю, кому нужен, все равно сюда доберется и отдаст свою должность. Там же уже памятник есть один. Возможно, где-то и другое место можно подыскать.